Очередной новострой на территории прибрежной зоны. Прямо на склоне 12-й станции Большого Фонтана со вчерашнего утра начались строительные работы пятиэтажного отеля. Раньше на этом месте находилось кафе возле самого моря. Любопытно, что строители оградили куда больше кусок, чем тот, который раньше занимало заведение. В частности, они спустились на 20 метров ниже по склону. Согласно информационной табличке, здесь проводятся строительные работы. Разрешение выдал Департамент муниципальной безопасности. Еще 6 ноября в инспекции архитектурно-строительного контроля уверяют, что строительство законное. В 8 месяце или в 9 управлением архитектуры были выданы условия и ограничения на строительство отеля. У юридического лица заказчика есть земля, аренда земли. Там, получается, стоит из двух участков. На один у них аренда, а на второй у них ГУСАД. Ими был разработан проект. Данный проект прошел экспертизу. И в сентябре или в октябре этого года ими получено разрешение у нас на строительство отеля. Отмечу, что рабочие на объекте, как только увидели съемочную группу репортера, сразу же скрылись. Охрана же попыталась прогнать журналистов, сказав, что это частная территория и съемка здесь запрещена.